Мы сегодня живем в мире, который показывает нам, что любые вещи, которые мы покупаем, да, они могут в любой момент потерять свою ценность. На сегодняшний день очень многие родители выбирают как раз не материальные, а эмоциональные подарки. И даже тот материальный подарок, да, который вы подготовили ребенку, потому что вы все равно знаете, да, что ваш ребенок там мечтает, да, там о какой-то игре или о какой-то игрушке определенной, да, вы подготовили этот материальный подарок. И даже этот подарок его можно просто, ну, действительно как-то необычно преподнести. Не просто подарить подарок, да, а может быть спрятать его и оставить какие-то подсказочки по дому, да, чтобы ребенок прошел какой-то квест и потом нашел в конце нашел этот подарок, да. Это уже даст, ну, как-то подогреет его перед этим подарком, даст вот эту вот эмоциональную какую-то точку, да, даст какой-то заряд положительных эмоций, который еще больше окрасит этот подарок, и он станет для него еще более значим. Вспомните себя. Кто из нас не мечтал в детстве встретиться со своим любимым персонажем, может быть, фильма или, может быть, мультфильма какого-то, да? И представьте, даже если этот персонаж хотя бы, ну, пускай на час, может быть, на два появляется в жизни вашего ребенка, это просто такой заряд радости и положительной энергии на целый год. Это может быть любой любимый персонаж вашего ребенка, который просто пришел и поздравил его. Это не обязательно может быть Дед Мороз, да, хотя все ждут и Деда Мороза в том числе, да, но это может быть и какой-то любимый персонаж фильма или мультика. Ну и самый, конечно же, оригинальный подарок, самый запоминающийся подарок, это, конечно же, дать возможность ребенку побывать в настоящей сказке и отвезти его все-таки на новогодний утренник. Новогодний утренник — это, наверное, ну, для детей это, наверное, неотъемлемый атрибут праздника.